И в конце выпуска кадры из Владивостока, где сегодня на волю выпустили редчайшего черного грифа. Эта птица занесена в Красную книгу. На территории России их около всего 800 особей. Несколько месяцев назад пернатого хищника подобрали сотрудники национального парка «Земля леопарда». У него было перебито крыло, птица не могла летать и добывать себе пищу, была сильно истощена. Грифы выходили, и это первый подобный успешный опыт в нашей стране. Сейчас черный красавец, по словам специалистов, полностью готов вновь покорять родную стихию.